Здравствуйте, находимся в игре Клондайк. Итак, на чем остановились, на том и продолжаем. У нас с вами идет морской остров, который мы чистим. Вот у нас фишка в том, нам надо расставить бананы как приманку. Ну, для того, чтобы их расставить, надо расчистить, чтобы было куда, как говорится, в рядочек поставить. И наши гориллы ушли и освободили нам вход. Вход на дальшую территорию острова. Ну, в прошлый раз мы с вами не дочистили это, но ничего, вот на чем остановились, на том и продолжаем. Так, и теперь сейчас, где-то я, кстати, бананы видела еще, вот, видите. Я еще в прошлый раз смотрела, что бананов все равно не хватало. Тут я их еще немножко понаходила, один нашла, вот один сейчас еще найду. Видите, тут идет территория, которая, ну, типа, не расчищена, и поэтому... Пока не расчистишь, бананы не поставишь. Ну, что-то такое. Да, на морской ездить, возить не очень отлично, потому что маленькая грузоподъемность. Хотя я ее увеличила. Ой, хотела показать ее. И на этом острове, это второй остров, не это самое. На этом два... А, кстати, вот корабль. Видите, я поставила вот такой. На 1500, и еще меньше дней было в пути, поставила такое улучшение. И у меня багаж, получается, стал немножко поярче. Так, поехали. Тут у нас чистим. Ну, вы знаете, раньше я когда чистила эти морские, я возила только чисто повзрывать и самые крупные. Сейчас как-то уже, знаете, приспособились уже к ним. Я и яблоки вожу, яблоками прекрасно чищу. Да, я понимаю, крупно чистить удобнее намного, но ничего, яблоком тоже вполне реально. Можно, скажем так, ничего страшного в этом нет. Ну, этот остров у нас вообще делится фактически только на 45+. Ну, есть немножко, конечно, и по 40, но так, смотрим, вот наши еще. А, еще не хватает банана, что ли, да? Сейчас найдем. Тумана не так много осталось, поэтому что там искать. Сейчас все найдем. А, вот же он. Даже можно не искать. Кстати, у нас тут есть банановые деревья. Обратите внимание, это у нас... Ага, не просто деревья, это источник энергетиков плюс 5. За каждое такое дерево мы получаем... Вот, видите, сейчас хоп. Мы тратим 10 ударов, а получаем... Вон как хорошо, видите? По 10 штук плюс 5. Милое дело. Так. Что у нас тут? Поехали. 5. Так, 45. Хочется уже на другую территорию. Стоять туда под заборчиком и решать, что делать с гориллой. Ну, как-то вот неинтересно. А хочется куда-нибудь пойти, что-нибудь посмотреть. Где-нибудь почистить. Так, это что у нас? 40-45. Ну что, берем, смотрим. Так, вот это сюда. И, ой. Да что такое? Что-то не так? Приманить теперь надо. Приманивать чем будем-то? А, энергией. Сейчас всех приманим. Приманили. Ну, вот такие вот коктейльчики подарили нам. Наверное, вкусные, я надеюсь. Ой, вход теперь свободненький. 40. Ну, как раз вот там мы сможем поставить помощь. Нормально так. Ну, 20. О, тут камень. Ритуальный какой-то. Ну да, остров ритуальный, поэтому чисто логически и камень. А тут у нас еще два. Здесь все похоже на ворота, но как-то так замуровано. А это, ну, прям ворота. И вот еще ворота. Ну, прям открыть. И прям открыть, да? Да. По идее, должно быть теперь по два задания, что ли, или как? Так, подождите. Открыть, открыли, это значит что? Правильно. Это значит, что мы ставим помощь. Вот 120, 120, 120.
Йен за что? 75, нет. 120. Ой. Пока вроде все. Так это все-таки тоже не вход, да? Ну ладно. 42. Хотелось зайти, например, туда и куда нельзя. Почему бы и нет? Так, это у нас что? У нас все по 45. 45. Чистим. Кстати, там, по-моему, помощь уже, да? Ну, нет еще. В общем, сейчас направо пойдем, налево пойдем. Немножко расчистим, чтобы, во-первых, сначала поставить помощь, а потом уже будем что делать? Открыть ворота. Ну, да. Чтобы открыть ворота, чисто логически, надо найти ворота. А кто ищет, тот всегда найдет. А, кстати, я ж нашла. Найдет. Контрольное слово. Вот еще 120. Ой, давайте, наверное, все-таки не будем заниматься ерундой. И хотя бы в одну сторону сходим так до конца. Потом пойдем во вторую. Ой, голова болит. Так, кстати, у нас на острове есть дополниловка. Вот, 4 штуки камни. Нужно, я так понимаю, что вот это вот, что я нашла сейчас. Камень. Ну, интересно, куда его ставить? Я пока еще не решила. А, нет, надо смотреть каменные сундуки. Это не то значит. Надо что-то другое будет. Открыть ворота. Ладно. Я, кстати, открыть чем нашла. Поверните древние колонны. Это вот эти, что ли? Ха, как их там поворачивать? Вот так? Наверное, это не оно. У меня камни какие-то, а не колонны. Ладно, разберемся. Сейчас пока почистим. Итак, я нашла второй, получается, повернуть. Ну, пока месть еще не нашла, куда чего там. Эти двигаются. Нет, эти у нас не двигаются. Или у меня что-то с интернетом. Или... Подождите, это, наверное, подсказка. Вот. Ой, голова болит. Вход, вход. Одна, вторая. Вот они. Вот. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот раз, два, три. Есть три. Или это не оно совсем. Ладно, разберемся. В общем, разобралась. У нас две стороны. С одной стороны мы ставим вот такие вот, на определенные знаки ставим. Такие палки, ну эти просто камни. А с другой стороны мы должны камень повернуть правильно. Вот видите, один вот этот вот стоит уже правильно. Мы смотрим на вот эти рисунки, ну, и ставим по рисункам правильно. А вот тут эта сторона уже получается у нас. Даже уже можно открывать, скажем так, рычаг. Вот он. Раз. 30. Активировать. Все. И считается, что мы пол задания выполнили. Мы открыли часть. Где открывали, понятия не имею. Но где-то что-то явно открыли. Так. Мне еще нужно эту повернуть. Правильно повернуть. Вообще, в идеале ее так вот по одной поворачивать и смотреть, правильно, неправильно. Вот, все, видите, все проще, чем я думала. Стоп, вот же третья. Какой кошмар. Я даже не видела ее. Два из трех. Смотрим. Так. Три из трех. Все. Мы таки справились с поставленной задачей. Активировать. Ну, и у нас открылась еще одна территория.
тут у нас книга. Книга знаний называется. Ритуальная. Ну да, остров ритуальный. Соответственно, и книга у нас ритуальная. Кто бы сомневался. И задание у нас какое? Собрать ритуальные кристаллы и подготовить дерево вождя. А, это мы будем сюда заправлять кристаллы в дерево. Ну, тоже как вариант. Ну, хочу сказать, что это будет совсем другая история. Видео мы на этом заканчиваем. Всем пока-пока. До новых встреч.